Я сейчас объясню ситуацию. Я в том месте, да, как я и говорю. Но вы понимаете, в чем дело? Во-первых, на аккумуляторе он постоянно выпадает, и он не заряжается. Во-вторых, он пишет, что вот сейчас низкая температура аккумулятора, поэтому остановите зарядку. В-третьих, я хочу докупить этих на 2000 сувениров, поэтому я принял такое решение вот сейчас прекратить и в конце марта или в апреле. Я уже конкретно приеду сюда, когда будет потеплее, когда аккумулятор не будет низкая температура. Сейчас слишком низкая температура аккумулятора. И покажу вам все это. Начинаю вот с этих мест, где я закончу. И пойду туда, на Большую Московскую, где транспорт сейчас ходит. Я сейчас нафоткал на цифровой фотоаппарат. Не на адаптер, а на его карту памяти для проявки. Еще нафоткаю этот вид с моста, и там корабли стоят. Короче, ждите весной. Весной я приеду и буду сделаю нормально обзор. Пойду по Большой Московской. А сейчас слишком низкая температура, мне написала. Необходимо останавливать процесс. Так что, дорогие мои друзья, ничего не закончено. Просто все остановлено до боли, когда повысится температура. На этом, дорогие мои друзья, я думаю, что стоит все закончить, потому что ситуацию я разъяснил. А Новгород, как я обещал, я взял. Условия не позволили продолжить, но все будет продолжено. Вот мы этой стеной начинали. Закончил. Вот мы отсюда, с этих мест и начнем. Потом сколько Кремль взят уже при снеге. Если удастся смонтировать все, то начнем вот отсюда. Видите, как тут все красиво. Когда будет потеплее в разы. Сейчас невозможно. Он даже задержать не может. Так, что мне надо? Кремль с моста, корабль старинный, и там корабли стоят у причала. Вот что мне надо снять, я уезжаю домой. Слишком холодно бомжевать все-таки. Конкретно в данном палатке. В любое время. Но сейчас вынет. Так что, дорогие друзья, если вы у меня есть, вы меня поймете. Не может, телефон не справляется с такой температурой просто. Вот и мои руки не справляются. Вот все. На этом я считаю все закончено. Этот репортаж закончен. Так, что там осталось? Помимо этого, в столовке я купил этих всяких. Еще мне это попросил пюрешку взять с котлетой. Но я думаю, она не понравится, поскольку я сейчас доделываю снимки за несколько и иду уже к автостанции обратно.